Итак, всем снова здорова, с вами Фрикстер, и сегодня я продолжаю играть в игру Don't Starve, и буквально несколько минут, около 10-15 минут назад, случилась проблемка, вылетел Don't Starve, и мне, ну, то есть не вылетел Don't Starve, а как обычно, проблемы с ОБСом, и теперь, как бы, я иду, так сказать, продолжать исследовать мир кораблекрушения. Я перешел в новый мир, играя за Весса. Сейчас 2860 день, если не ошибаюсь. Сейчас как раз посмотрим. То есть в кораблекрушении дни обновились, и сейчас я буду продолжать. Так, да, 2825 день. Мы, в принципе, можем уже продолжать ездить дальше по кораблекрушению. И как раз я буду заниматься, потому что нужно все-таки найти непосредственно биом с этим, с мореходным аттракционом, чтобы перейти и, в принципе, полностью весь, все, что я запланировал залить на YouTube, у меня было уже готово. Будешь продолжать? Ура! Привет, Аня, добро пожаловать на канал. Рад тебя видеть. Проходи, присаживайся, чувствуй себя как дома. Спасибо, что заглянула. Буду продолжать, потому что нужно продолжать. А то, что мне ОБС не позволяет, я не знаю, какая-то фигня. Возможно, просто с видеокартой проблема. Потому что такие лаги, они как бы... как будто бы программа не видит абсолютно игру. То есть, игра сама по себе называется непосредственно Don't Starve, но само окно с игрой Don't Starve называется... Но ОБС как бы, ну, то есть, как бы включает эту игру. То есть, вот, я тебе включил эту игру, вот она показывается. Но ее нет, как бы, в самом ОБСе, и не видно ничего абсолютно. Ну, то есть, короче, какие-то неполадки, я не знаю из-за чего, я не знаю, будет ли это долго. Ну, короче, если так будет продолжаться, видимо, придется, опять же, как я и сказал, удалить... и ОБС, и все, и перезагрузить. Лолипап! Лолипап, добро пожаловать на канал, рад тебя видеть, проходи, присаживайся, чувствуй себя как дома. Спасибо, что заглянул, подписался, безумно тебе благодарен и рад. Еще раз огромное-огромное спасибо. Виталик тут, но ничего не пишет. Ну, это же Виталик, конечно, он ничего не будет писать. Алло, это же Виталик. Так, ладно, давайте до конца изучим остров. Почему тут бегаем просто так? Нехорошо, конечно. Остров нужно изучить абсолютно полностью. Так. Все, вот так вот по прямой наверх просто побежали. Как раз будем закрашивать все вот это черное, все это черные пятна на карте. Для того, чтобы весь остров был как на ладони, так сказать. А там уже... если будут известны некоторые острова, уже будем знать, куда нам идти дальше. В принципе, можно было бы сразу подзорной трубой сюда изучить. Но мне кажется, все-таки вот эту часть нужно изучать еще подзорной трубой. И вот эту. А там уже дальше посмотрим. И в принципе, в этой части, вот в этой области, очень много островов. Так что, возможно, если здесь будет где-то... мореходный аттракцион. Я не факт, что поселюсь именно на том острове, где находится мореходный аттракцион, но, возможно, на том острове, который близко. И, в принципе, буду перебираться при помощи лодки. Почему бы и нет? Я довольно часто видел, как многие стримеры или летсплейщики это делают. Ну, зачастую американцы, но в плане канадцы. Вот так вот. Просто в Канаде непосредственно сам Don't Starve развит очень сильно, точнее, просто большинство людей в Канаде, ну, так сказать, не так я выразился. В России комьюнити по Don't Starve очень мало, а в Канаде это почти каждый второй, и таким образом как раз очень много людей там непосредственно играют в эту игру. Так, давайте не так, как... а, ладно, поехали. Поехали на следующий островок. В принципе, сейчас изучим и его. С одной стороны, он кажется маленьким, но не знаю, вдруг там у этого острова будет продолжение, в принципе. Побегаем, посмотрим. Почему бы нет. Давайте в первую очередь мы, наверное, просто поплаваем вокруг него. О, дойдой. Это круто. Это, кстати, первый дойдой. Второго дойдоя, по-моему, я
Где-то изучил какой-то остров. Не, не нашел. Вдруг он будет огромный. Вот я про то же, в принципе, и говорю. Вдруг этот остров будет огромный. Да, и где-то здесь мы остановимся, потому что если сюда сядем на лодку, то здесь будет ближе к вот этому острову. Так что здесь мы сделаем непосредственно вот так. Ну и что, побежали вокруг острова? Что ли, почему бы нет? Хотя, знаете, было бы неплохо набежать зигзагом, так сказать, или как вверх-вниз, чтобы изучать равномерно остров. Вот, таким вот образом. Так, а теперь в сторону. И потом опять вниз. Так, поехали. Да, так думаю, нормально. Ну, на этом острове только Дойдой, и все. По сути, есть в океане два острова. Зачастую на одном острове, там, где Дойдой, нет почти опасности. То есть, как этот. Тут единственное, что вот один кокон паука, который, по сути, в каком-то плане должен заспавниться. Одна какая-то опасность такая мелкая нужна, чтобы от нее избавиться, и Дойдой продолжал жить. И ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Вон оно что бывает. Я думал, здесь уже остров закончится, а здесь уже начинается вон продолжение, так сказать. Никто не пишет, все разошлись. Ну, конечно, разошлись. Вот так вот резко оборвался стрим из-за неполадок. Конечно, что, люди, думаешь, будут сидеть? Нет, не будут. Все немножко хуже. Все убегут, потому что, ну, видимо, знают, что уже как бы контента не получится. И уходят. Так, да, остров действительно большой. Что очень приятно. Но опять же, единственное, что мне нужно найти сейчас, это именно мореходный аттракцион. Да, остров, конечно, капец. Ну, давайте что ли изучать. Давайте я сейчас не буду открывать карту, просто так побегаю, почему бы нет. Я же говорила. Подожди, насчет чего ты именно говорил? Насчет того, что люди разойдутся? И когда это? Только сейчас вроде написала. Так. А, ты имеешь в виду про большой остров? Ну, да, ты была права. Кстати, крокодильчики должны скоро, по-моему, прийти. Ну, ничего страшного, в принципе, против крокодильчиков-то я справиться смогу. Тут ничего страшного. В принципе, крокодилы, то ладно. Так, и у меня там, по-моему, кстати, уже выложилась видеозапись этого. Да, видеозапись стрима. Так, сейчас я по-быстренькому некоторые настройки поменяю, чтобы включить там монетизацию, там подобные гадости. Так, монетизация, да. Так. Сейчас, секундочку, кое-как. Ну, ставься галочка, спасибо. Так, расширенные настройки. Напишем Don't Starve. Don't Starve. Отлично. И запись стрима добавим. Вроде бы все. Да, вроде на ютубе все настроил. А, если что, там на ютубе вышел. Ну, вышла первая часть этого видео. И вот это как раз будет вторая. Так что, хочешь, можешь зайти, посмотреть, поставить лайк, если тебе нравится, конечно. Так что так. И крокодильчики должны, по сути, на 10-й день прийти, если не ошибаюсь. Конечно. Я понял, все увидел, Ань. Так. И ладно, уже не буду пользоваться служебным положением, так сказать. Хотел. Ладно. Так, у меня, кстати, еды не очень-то и много. Нужно как-то добывать. В принципе, как вариант, можно добыть вот этих блюдечек. Почему бы и нет? В принципе, как вариант, было бы неплохо. Блюдечек и так много. Так что голодным я не останусь. Но опять же, их, возможно, стоит пережарить. Как вариант. Почему бы и нет? Ладно, посмотрим, посмотрим.
Собирай, убей крабов. Ну, как вариант, сейчас посмотрим, в принципе. Ну, сейчас ночь, опять же, с ними особо ты не посражаешься. Поймай и пожарь. Сделаем, но это, опять же, днем нужно будет делать. Так, ладно, давайте до конца все-таки изучим остров. Там у нас Дойдой должно уже засыпать. Точнее, Дойдой должен засыпать, но при этом там еще и паучки проснулись. Так что, мне кажется, Дойдой ГГ. То есть, его убьют паучки. Будет не очень весело. Ну да ладно. Бывает. Погнали. Да, в принципе, зеленые. А, нет, зеленые грибы. Аж для рассудка, точно. Точно. Так, включаем фонарик. Пока ничего такого. Давайте найдем дойдойчика. Где он тут? Собрать все. И теперь уходим отсюда. Подальше. В принципе, можно вот ягодки еще собрать. Короче, всю еду будем собирать, которую будем видеть. Тут уже не важно, блюдечки, ягодки, семечки. Не важно. Будем есть все. А, дойдой ест и камни. Так что можно расслабиться. Сейчас, наверное, нужно сделать вот так. Все, поплыли дальше. Манговые топи. Странно, это называется манговыми топями. То есть вот есть дерево манго, но хотя фрукта манго нет. Хотя могли добавить, допустим. Разработчики все равно это дерево высадить нельзя. Допустим, или там, допустим, выпадает манго, и когда съедаешь манго, из этого манго выпадает косточка. И в манго, вот таких манговых топях можно высадить вот это дерево. Ну, то есть, как вариант. Или оно само, или с него само спадает там какой-нибудь манго, тоже было бы приятно. Но нет, разработчики сказали, нет, мы так не сделаем. Так что извините. Так, и там чуть дальше у нас, насколько я понял, одна запчасть от портала. Так что сейчас мы туда сходим. Как я и сказал ранее, в предыдущем эпизоде, там где... То есть, возможно, мы и сразу перейдем в новый мир, только из-за того, что, опять же, здесь может неудачно быть неудачная генерация. Кстати, как вариант, можно просто бабочек кушать. Почему бы и нет? Так, больше никто... Ага, вот еще спавнится. Хорошо. Собираем. Кушаем. Это было бы прикольно, но разработчики либо не додумались, либо пришла идея в последний момент, и лень было делать. Ну, в смысле, в последний момент. Они потом еще обновление Don't Starve, бетка кораблекрушения выложили. Так что, дело такое. Хотя, возможно, еще будет продолжение этого DLC. То есть, бетка DLC кораблекрушения будет еще. Ну, то есть, это пока еще неизвестно, но как-то так. Так, секунду. Ладно. Там какой-то непонятный комментарий пришел, мне высветился и ничего не понял. Так, ладно, побежали. Возможно, ключевое слово возможно. Да, не факт. Возможно, это не значит, что прям так сразу возьмут и добавят. Так, но тем не менее, я надеюсь, не рассчитывая, что все-таки клейвцы продолжат работу над сольным Don't Starve, потому что Together мне как бы не особо нравится, не всегда нравился. Не нравился, не нравится, да и вряд ли будет нравиться особо. Так что пока что можно обойтись. То есть пока что можно заходить в Don't Starve Together, но тем не менее я предрасположен непосредственно к обычному Don't Starve. Так что как-то так. Да, манговые топи, кстати, довольно-таки большие. Да, и тут как бы и бифало много. Слушайте, неплохо. Так, а если я сделаю кое-как? Если сделаю вот так. А, ничего, но там только коралловый риф. Окей.
Может, здесь проплыть, что ли? Почему бы и нет? Думаю, там я все-таки что-нибудь да найду. Так или нет? Да, я все-таки поплыву вот здесь. Поехали. Не забудь кормить дойду, и они почему-то быстро голодают. Ну, то, что быстро голодают, то я знаю. Ну, и, в принципе, их не так уж и сложно накормить, им просто кремня, да, и все. И они как бы... Все, уже способны накушаться. Им даже ракушки, по-моему, нет. Ракушками они не питаются. Кремнем, да. Кремень они кушают. Раньше они просто целый стак ели. Опа, новый мир. Ну да, я же уже перешел давно. Я же еще на прошлом стриме. Ну, прошлый стрим был где-то около получаса назад. И там потом была техническая неполадка, из-за чего я не смог продолжить. А вот сейчас просто продолжаю искать мореходный аттракцион. Нашел ТП в рок уже? Нет, нет, еще нет. Как раз вообще я хотел закончить на том, что нашел портал в царство гигантов, но, опять же, как я и сказал, у меня была техническая неполадка из-за того, что у меня просто АБС свихнулся. Ну, я не знаю, у меня просто он не видит Don't Starve абсолютно. То есть пишет, да, вот есть окно в системе Don't Starve под названием Don't Starve, но я тебе, типа, его не покажу. Типа, мучаясь, мвахаха. Или что-то вроде этого. Кстати, а вот здесь, в принципе, как вариант, можно изучить территорию. Два острова. Хорошо, неплохо. В принципе, давайте отправимся туда. Почему бы и нет? Зато я знаю, что впереди не бесцельное как бы, путешествие, а есть куда плыть. Покажи вулкан. Вот он, где. Вот он, вулкан. Вот здесь у нас. Так, о, кстати, у нас здесь еще, оказывается, и этот однорукий бандит есть автомат. Здорово, здорово. Неплохо. Так, ладно. Так, побольше еды, конечно же, собираем. Потому что сытость у меня уже подводит. Твоя мозготравка. Ну, что поделать, уже давно создал мир, рефрешить как-то впадло. Тем более, я не так часто и пользуюсь. Алло, раз, наверное, в 400 дней одну соберу и все. Ничего такого. Так, вон у нас, кстати, еще костер. Значит, там у нас как бы металлическая картошка, или как она там называется, эта штука. Короче, там у нас... Там у нас одна из частей от портала. Три я уже, по сути, нашел. Повсюду. В смысле повсюду? Я полкарты объездил только в этой части карты. Вот. Вот этой части карты только есть несколько этих мозготрав. А так вообще в остальной части карты я ни одной не нашел, когда начинал путешествие. Через 6 минут. Что через 6 минут? Что такое голодные игры? Голодные игры, да, это что-то там в Don't Starve Together, типа... включен режим убийства другого игрока. Ну, короче, и сражаться там. Ну, это на серверах делается. Так, мне кажется, или за мной уже идут эти... Да, крокодилы бегут. В принципе, с ними мы должны справиться. Бронька есть, все хорошо. Их всего несколько на мир. Три штучки. Ну, точно больше трех, это я помню. Что там, я вроде, когда создавал нормальный, там, ну... Эх. Ну, как я и сказал, я ими не так уж часто пользуюсь. Ой, так, как скажешь, что, типа, ко-ко-ко. Не так много, ко-ко-ко. У меня вот 4. Вот, 4, так что это мало. Ну, то есть, что это, типа, мало? Да, действительно, это дофига. Я одним пользуюсь. То есть, зачем мне их 4 штуки в мире, когда я одним пользуюсь только? Это ты у нас там, как неугомонный, летаешь по карте и ищешь там все подряд. Я ж не так. Я ж как-то более-менее размеренно провожу свое время в Don't Starve. Да хватит рычать, идите сюда.
кусь, привет, это Лиада. Чё это ты кусаешься? Не понял. Почему обезьян выбрал? Ну, поднимает рассудок, когда ест бананы. Раз. Во-вторых, быстро передвигается. Это два. В-третьих, макаки не воруют предметы у меня из-под носа. Это три. Как-то так. И два из последних фактов, которые я только что сказал, очень помогут мне при челлендже, который мне заказали. Так, я смотрю, и люди начали приходить, хоть не так активно, но тем не менее начали. Ребят, привет всем. Шапки делать, лол. А я за все выживание вот в этом мире сделал, наверное, шапок только штучек 6 максимум от силы. Я больше не делал. То есть те, что я сделал, они у меня до сих пор вон сохранены. Я не так много вещей крафчу. Так что шапки делать, лол. Ты там шапку сделал, как бы тебе впадло ходить в пещеры делать обычные тулицитовые стены, ты их делаешь через шапку. Причем самого мелкого осколка тулицита. А я же не так, я спускаюсь в подземелье все равно, даже имея шапку. Блин, да сдохните уже. Так, делаем вот так вот, и давайте пережарим все. Эти звуки меня уже напрягают. Ну, дело такое, дело привычки. Я как-то психанул и 40 шапок на стены всадил. Вот видишь, а я не так. Я все равно спущусь в пещеры для стеночек. Просто я не вижу целесообразным на такой дешевый крафт. То есть, тратить шапки. То есть, одно дело там скрафтить этого, какого... гончу со стрелямуса. Это дело одно, да. Скрафтить там какой-нибудь вулканический топорик, там, другое дело. Ну, конечно, тоже затратно, но другое дело. Ну, а вот стеночки там, ну и в баню. Так, ладно, поехали дальше. Сейвинг, спасибо. Покорми дойдой. Да не, пусть голодает, зачем? Так, что у нас? Давайте вот эту часть изучим при помощи подзорной трубы и поплывем на вот эту сторону, в принципе. Я боюсь звуков циклопа оленя. Да чё их бояться? Оба, здесь еще один островок, лол, чуть не пропустил. А ну-ка сюда. Да, что-то есть. А ну давайте насадимся, посмотрим. Что да как. Вообще такое бы, что сейчас еще один новый мир создал, и там начал оживать кораблекрушение. Что-то мне в последнее время хочется вот так вот поизучать карту. С полностью изученной картой уже как-то неинтересно. Чё нашёл? Чё нашёл? Иди сюда. Лети сюда. Пока, мабэгимс. О! Какаха. А ну, а я могу? А ну, давайте попробуем сейчас оглушить. Хе-хе. Всё, кстати, имба вообще. Смотрите. Просто минус птичка. Просто имбаланс. Серьезно. Вот макака самый имбовый перс. Честно. Просто на самом деле я не знал, что он может какашками оглушать птиц. Если так, это вообще красота. Не знаю. Очень полезно. Раньше я оглушал птиц при помощи этих. При помощи глазкострелов. Но тут, при том, что мне сказали, что вот так вот можно, как бы, оглушать птичек, я вообще так обрадовался, знаете ли. То есть теперь я постоянно буду так... Эй! Чё они пока мы бегимся трогают? Люль, вы чё? Псы, а? Так, ладно, поехали дальше. В принципе, можно водоросли пособирать. Как вариант, ладно. Пока не буду. Так, как раз нужно изучать... Точнее, нужно плавать при помощи... Ну, с... пиратской шляпой на голове, чтобы хоть немножко изучать территорию больше, чем
мы можем. Так. Жух-жух-жух. Кстати, ни одной рыбы меч не нашел, если что. Так что, возможно, пора бы уже где-то ее нарыть. Оба, а вот и акула. Все, где акула, теперь я знаю. Где бы еще так изучить? Вот здесь еще у нас территория не изучена. Ладно, давайте пока сюда проплывемся. Проплывем. Там уже посмотрим, куда бы нам направиться. О! Что у нас есть тут? Дубленис. Забираем. Чатик, не молчим. Ну, 4 человека сидит. Алло. Включать тебя, меня, ему бот. Так что расслабься, это обычное дело. Тем более, сегодня люди уже разошлись, наверное. Возможно, и спать некоторые пошли. О, а вот рыба-меч. 2 рыбы-меч. Вот это поворот. Секунду. Просто 2 рыбы-меч на одном месте. Имба. Имба. Кстати, у меня же есть золото, я сейчас могу сделать... А, нет, я сейчас не хочу делать абордажную саблю. У меня места много, слишком инвентарь забито. А что за приписка без читов? Ну, это значит, что я читов не использую. Я никогда читов не использую. Так что как-то так. Ну, типа, чтобы не подумали, там... Вот он, типа, как-то обновляет миры и там, типа, в конфигурациях игры делает. Нет, я этого не делаю. Я делаю просто при помощи... Ну, короче, пользуюсь возможностями игры, так сказать. А то как зайду сразу, эй, чё ты пришёл, то чё ты только начал мир, а у тебя, типа, столько много предметов, а то, что я уже 2800 дней выживаю и перехожу из мира в мир, никого не волнует, даже после того, как я это говорю. То есть как-то так. Поэтому именно так написано. Так... Оба, кит есть, хорошо. Но пускай он будет, я его не буду сейчас убивать. Я их всегда ищу. Оставляю, и они у меня в воде плавают. Как-то так. Мне интересно, а могут ли на кита какие-то другие создания сажиться? Допустим, тот же босс. Почему бы и нет? То есть как вариант. Или акулы, или крокодилы. Кстати, Васталкер куда пропадал? Где был? Рассказывай. Где ты был? Что там было? Как ты спасся? Е, все, отлично. Мореходный аттракцион. Поселюсь я, наверное, где-то вот здесь. Да, здесь как раз у нас есть этот... Ну, скажите, я скажу. Как же его называют? Алтарь, во. В принципе, этот остров, конечно, маленький. Но, думаю, мне его хватит. Ладно, погнали. Сейчас корабли... Ой, в царство гигантов, наверное, зайдем. Kingdom Come Deliverance играл? Нет, не играл. Хотя, вроде слышал. Вроде слышал, но не играл. Давай, сейчас тогда еще изучим этот остров. Боевка потрясающая. А этот режим как-то... Какой жанр у игры? Я же не во все игры играю, как бы. Там не играю в стратегии, не играю в, допустим, шутеры, не играю в гонки, там разные игры не играю, допустим. РПГ. РПГ еще более-менее. Не знаю, может чекнем. Такое. Я очень скептично отношусь к играм, которые мне советуют, на самом-то деле, потому что большинство, что мне советуют, мне не подходит. Допустим, тот же Long Dark, допустим, Reworld, мне особо нравится. Хотя я в подобного рода игры играю, допустим.
RPG без магии. Ну, RPG не все с магией, как бы есть. RPG это означает то, что есть прокачка персонажей, как бы их способностей и тому подобное. А способности не всегда магия, то есть как-то так. То есть, опять же, броню там можно прокачать что-нибудь такое. Так, дроп this. Так, ладно, что? Поехали сейчас пока. Пока вечер. Перейдем в царство гигантов. Сейчас как раз посмотрим, какие у меня крафты опять, ну, то есть, этот, стерлись. Вот, что я еще хотел посмотреть. Так что, сейчас посмотрим. Сейчас узнаем. А что было за гроза? Не понял. Так, ладно, смотрим. Summer. Лето. Кстати, давайте перезайдем для начала. Потому что мало ли что, сейчас опять вылетит, будет не очень приятно. Так, продолжаем. Играть. Так, а ну. И смотрим, какие у нас крафты заново нужно изучать. Так, смотрим дальше. О, удивительно. Все на месте. Вау. Я польщен. Спасибо. Клей. Обычно что-то стирается. Так, ну вроде все в порядке. Да. Ты только в кораблекрушении два крафта, да, стерлись? Насколько... А, нет, вот еще. У меня уж, ну, то есть, зайчья шапка была изучена. То есть, вот, один рецепт только стерся, да? Я сейчас, конечно, если посмотрю, может, еще какой-то найду рецепт, который стерся. То есть, допустим, точно ничего такого. Да, вроде. Ну, вроде только один. Ну и хорошо. А то опять бы пришлось изучать. Тоже как бы не вариант. Так. Да, все, в принципе. Ну, на этом все. Но мы обратно тогда идем в кораблекрушение. Потому что здесь пока делать нам нечего. Ну, это что-то наподобие Ведьмака, Готики, Скайрима. Ну, я понял. Так, Ведьмак и есть РПГ вроде. Ну да, это и есть РПГ. Ладно, тем не менее, я тебя понял, Сталкер. Так, все, мы вернулись назад. Так, ну и давайте теперь обустраиваться, что ли. Почему бы нет? Остров большой, кстати. Да, в принципе, здесь можно селиться. Но единственная проблема, здесь нет зеленых грибов. Что очень-очень плохо, на самом-то деле. Хотя здесь, возможно, где-то будет остров какой-нибудь. Посмотрим. Так, ну что? Нам нужен в первую очередь дерн, чтобы начать строиться. Так, давайте сюда выложим все вещи, которые нам пока не пригодятся. Хотя сейчас... Да, давайте сейчас изучим территорию. Так, где у нас? Вот тут зонтик. Тут ничего нет, хотя вот здесь уже мель пошла. О! Роулинг, привет. Просто Диабло тоже RPG, вроде бы как, но от Ведьмака далеко. Ну так, Диабло RPG еще какого года? Но все-таки нашел, ну да. Это что, куда-то уходило? Или что? Вот, кстати, да. Остров, на котором есть... Возможно, зеленые грибы. Так что даже хорошо, знаете. О, здесь еще и ерминок рядом. Да вообще красота. Слушайте, шикарный остров. Все, беру, покупаю. Дайте два. Как говорится. Все, вот эти все... Все вот эту траву, ветки, вот это все выкапывать буду, конечно. Ну, правда, немножко позже, но тем не менее буду. Так, попугаи. Кстати, попугая у меня нет в этом... В царстве гигантов. В клетке. Так что будем его пока носить с собой. Так, а чё я... А, я в Думбрегле из-за того, что я в воду наступал. Так, мне нужен дёрн.
Дерн желательно вот такой. Так что мы сейчас, наверное, сюда пойдем и весь вот этот выкопаем. Так, а где моя... А, вон лодка. Так, может, другую скрафтим? Что-то мне впадло до своей идти. Ну, третью Диабло возьми. Все равно сравнить некорректное... Если сравнивать некорректно разные вещи. Ну, как тебе сказать? РПГ, неважно, там, вид от третьего лица, от четвертого лица, от первого лица, тем не менее. РПГ есть РПГ. Просто есть прокачка персонажей. То есть, неважно, онлайн режим, не онлайн режим. Если есть прокачка персонажей, это в любом случае РПГ. То есть, как-то так. Если прокачка персонажей, то есть, происходит, допустим, в плане, не за всю игру, то есть, ты тратишь на игру, допустим, 4 часа, 5 часов. Вот ты ее еще не прошел. Ты еще не прошел сюжетку, но все равно качаешь, допустим, качаешься. А есть игры, допустим, жанра мова. То есть это когда собирается несколько игроков, допустим, и одновременно качают все скиллы. У каждого качаются скиллы одновременно, и то есть раскачку выбираешь ты сам. То есть это уже как бы другой немножко жанр, но тем не менее это что-то близко к RPG. Так, а че я не туда поплыл, блин. Нам нужно назад. А, я, кстати, скрафтила клетку для птиц с ивента. Поздравляю, поздравляю. Как же тяжело бегать без кофе, даже учитывая то, что Вилбур все равно как бы ускоряется. Так, где у нас грабли? У нас всего лишь 12 штук этих грабель. Так что, ну, то есть процентов тех граблей. Так что сейчас мы совсем немножко потратим эту процентность. Хотя бы для того, чтобы понять, как строить нам базу. Так, ладно, съедаем икру. Так, сюда. Сюда. Принципе, все. Пока да, пока все. Но хотя я этот хотел остров выбрать. Ну ладно. И тут близко к вулкану. Ё-моё, как все близко. Ну ладно, тем не менее я выберу именно этот, потому что там будет очень просто перемещаться в царство гигантов оттуда. Ладно, поехали. Так, а что у нас еще не изучено? Еще не изучена вон та сторона, да? Ну давайте, что ли, последний спайглас используем, почему бы и нет. Так, окей. И как-нибудь вот так вот сделаем. Там еще два острова. Вообще шикарно. Ладно, поплыли теперь на базу, а то меня сейчас эти скотоскунцы догонят и все, ГГ мне придет. Просто доковыряют. Точнее, яд на меня бросят. Придется в царство гиганта возвращаться. А там лето, сейчас что-нибудь сгорит. Вообще ГГ. Так что пока что беззаботно гуляем по кораблекрушению. И не подставляемся. Вот так вот. Дун-дун-дун. Кстати, Дойдоя, возможно, уже стоит выпустить где-то здесь. Почему бы нет? Давайте. Давайте его выпустим. Пускай здесь отдыхает. Может, что-нибудь скушает. Так, а где-то в этой части у меня будет центр базы, так сказать. Да, давайте. Вот пальмочка есть. Там мы будем строить центр. Слишком далеко пробежал. Во. Да, и мне кажется, что это слишком маленький остров. Только сейчас показалось. Ладно, думаю, здесь будет нормально. Так. Раз, два, три, четыре. Так.
И вот тут. Так, это основа базы. Ну, точнее, здесь у нас будет все строиться. Так, костер. Да, все-таки по самому центру поставим, чтобы он освещал всю вот эту территорию. Оставить мы костер будем непосредственно обсидиановый. Где он у нас тут? Вот он, обсидиановый костер. Нам нужно всего лишь 8 обсидиана. Сейчас за ним пойдем. Так. Эх, чатик молчит, никого нету. Но, тем не менее, как бы, возможно, даже и к лучшему. Не знаю. Так. А что я уже могу построить? В самом-то деле мало чего. А? Да, мало чего. Эх, это придется идти в царство гигантов. Кстати, можно... А, нет, сейчас пока там лето, сейчас я проверять этого не буду. Я хотел проверить то, что... нужно теперь перезаходить в игру, чтобы не вылетало или нет. И слушайте, это так интересно обсуждаешь. Ну, дело такое. Давайте пока срубим деревья, которые мне мешают. Для меня эталон РПГ первая, вторая готики. К сожалению, в свое время не поиграл в Ведьмака. Сейчас от него кровь из глаз, поскольку уже побегал второй, третий. Но сюжет непонятен, поскольку не прошел ни одной Kingdom Come Deliverance. Это просто нечто. В основном, конечно, боевка, да и остальное, механики игры сложные и интересные. Ну, дело такое. Я тоже, на самом деле, первый... Не, я первый когда-то играл, но все равно я, типа, повторно проходить не решился после третьего Ведьмака. Действительно, что-то прям аж кровь из глаз. Прости, точки не поставил. Ну и запятые тоже. Ну да ладно. Так. Оба, энд. Здравствуйте. Так, а ну. Идите сюда. Как же вас много. А! Даже вот так сделаю. Потому что я не так часто вижу пальмовых энтов. Вот так. Да. О, ему один удар оставался. Кстати, с них очень много выпадает этого живого бревна. Ух ты. Блин, ладно, уже буду танковать, серьезно. Я не могу сражаться с ними просто так. Приходится танковать. У меня целый пакетик имбирных печенек. Ну, поздравляю, чё ж тут. Трента, да, очень вкусные. Лол. Так, ну 18 живого бревна с 3 энтов, это, ну, думаю, неплохо. Не знал, что энты вкусные. Ну, спроси у Вуди, он ответит. Вуди ел, Вуди шарит. Блин, так охота лопату сейчас крафтить, типа выкапывать здесь всю вот эту гадость. Наверное, это я буду потом делать, сейчас пока что. Не рискну. Блин, чем бы заняться в царстве гигантов? Ой, в кораблекрушении сейчас. В принципе, можно и в царство гигантов пойти, допустим, там. Не знаю. Допустим. Допустим, пойти в пустыню, там побегать, пособирать перекати поле последние дни. Так, ой, как хорошо, на этот раз у меня ж другой персонаж, лол, я забыл, что... Хе, Вес очень мало урона наносит, теперь-то я имба, слушайте. После игры за Веса это теперь вообще идеальные герои все, наверное. Ну, конечно, кроме Венди. Я хейчу Венди, если чё. Так,
Так, еще и будут сегодня. Ай! А кокос на голову зачем? Шепчет Роме. Рома, я ел с Woody and Top. Они очень вкусные, только никому не говори. Вот не верю. Ты не можешь есть энтов. Никто не может, кроме Вуди. И то, если не ошибаюсь, только в Тугезере. На обычном соло я, кстати, не помню, он ест или не ест этих. Ест или не ест дерево обычное. Так, ладно, пока что сюда можно выкинуть кто-нибудь, допустим, оружие. Почему бы нет? Все равно хоть какой-то костер мне нужен. Потому что я так с голоду подохну. Так. Все, хорошо, хотя бы чуть-чуть себе пополнил сытость. Уже приятно. Ну и давайте, наверное... Хотя, давайте, да, уже лопату сделаем. Чё вот это парюсь? Я как бы... Нужно все вот это выкопать. Все равно мне придется где-то здесь ферму этой травы и веток... Этих травы и веток делать. Сейчас пока что повыкапываем. Песок пока выкапывать не буду. Возможно, он на базе будет так стоять, что не будет мне мешать. Так что выкопаю только в самом крайнем случае. Вуди разрезал по кусочкам и ела по маленьким кусочкам. А чё тс, а не тс. Скачай Kingdom.com Deliverance, хватит искать развлечения, очень надеюсь, что тебе понравится. Да, и когда смотришь эту игрушку, она кажется хуже, чем когда поиграл в нее. Но, опять же, как тебе сказать? Я в пиратки не играю, во-первых, мне как бы... Если я и буду играть, то мне нужно ее купить лицензионную версию. А там уже посмотрю. Смогу ли я это сделать или нет? И каково это, когда твоя еда кричит? Ну, такое. Слегка мурашки, но тем не менее. Ты все слышал? Ну, конечно, ты так шепчешь, на соседней улице слышно.